Всем хой, с вами Enjoy, и это 135-й выпуск по счету Enjoy Chart. Но прежде чем приступить к Enjoy Chart, во-первых, наконец-то я вернулся с двухнедельного отпуска в Испании. Об этом я буду рассказывать, скорее всего, уже и по вашим голосам, да и по моему мнению, на новом канале, Travel канале, где я буду немножко выкладывать, скорее всего, раз в две недели, может быть, видосики о своих путешествиях, о своих советах, как путешествовать бюджетно. Самое главное, как мне кажется. Вот. Кроме этого, я решил немножко, конечно же, трансформировать, продолжать менять свой канал основной, вот этот Enjoy. Потому что, во-первых, после Испании я понял, что я уже не хочу делать топ-100 по просмотрам русскоязычных клипов. Потому что, во-первых, это мало смотрят. Во-вторых, ситуации и показатели Ютуба таковы, что там обозревать-то особо и нечего. Поэтому я буду, наверное, раз в год только, или, может быть, раз в полгода, или раз в сезон, пока еще не определился, делать такие обзорчики, связанные с музыкой на Ютубе. Но пока что, скорее всего, скорее всего, я уже отказываюсь от этого формата. Enjoy Chart я буду делать, потому что мне это самому интересно, слушать свежую музыку, какая бы она ни была. К тому же это у меня объединенный чарт, сводный чарт. И такая музыка мне интересна самому. Точнее, такой обзор, такой вид обзоров музыкальных новинок, скажем так. Ну, собственно, давайте к Enjoy Chart и перейдем. Так как Enjoy Chart не было более двух недель в эфире, как говорится, если можно так назвать. Поэтому, соответственно, покинувших чарт в этом выпуске будет целых 17 песен. Причем самая высокая позиция, с которой вылетел из нашего чарта, к сожалению, это 30 Seconds to Mars с песней Stuck. Они вылетели сразу с 7-й позиции. Вот не такая уж долговечная оказалась композиция, хотя была в верхнем эшелоне нашего чарта, так сказать. Из старичков вылетел Морган Уоллен, он больше 20 недель был в чарте. Ну и Артик и Асти с их куклой также покинули чарт. Кто еще вылетел на этот раз, смотрим прямо сейчас. Верни домой забытые закаты, где я? I mean, I know that last night we let the liquor talk. I can't remember it. Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Ты неотразима, как на леди прима. Все красотки мира. Young girl, no one that back calling me splurge. Ride me jump right off the curb. Like I'm still in doubt, and I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a test. And I'll come back to you. Шесть новинок из 17 встречают нас сразу же в пятой десятке. Среди интересного это, конечно же, новая композиция Артура Пирожкова, новый трек Кайли Миноу, а также дуэт Натана и Славы. Не помню, как он называется, сейчас узнаем. Также в пятой десятке нас ждут два из трех падений этой недели, причем одно из них сразу с первой десятки оказался в пятой. Ну а спасли на этот раз вы Мишу Марвина и Машу Вебер. Они, собственно, и открывают 135-й Enjoy Chart. Давай пить вино и целоваться, одеться. И вновь пирожков дарит всем свою любовь. Все понятно и без слов. Travel
cuántas ganas tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría. Волшебная моя, спасибо, что ты есть. Четвертой десятки нас ждет третье падение этой недели. К сожалению, не вышло залипнуть у трека «Зиверт и пиццы», и они заработали звание одно из трех званий падения недели. Кстати, «Зиверт» обещала осенью выпустить новый альбом. Я вот записывал, точнее писал сценарий к этому видео до того, как она выпустила новый сингл. Забыл, как он называется. В общем, отрывочек сейчас поставлю. Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги. И вот она еще анонсировала еще один сингл «В мире веселых» или что-то типа такого к своему дню рождения. Поэтому ждем, что эти треки тоже появятся в нашем чарте, потому что их дуэт с пиццей уже, видимо, поднадоел слушателям. Кроме этого, у нас в четвертой десятке два возвращенца. Это группа «Руки вверх» и их «Черное море», а также «Авиджи», который обещает за все заплатить. Кроме этого, еще и две новинки в четвертой десятке, среди которых я бы отметил, конечно же, Риту Ору, которая поет песенку «Don't Think Twice», по-моему, называется она. Да. «Don't Think Twice» — довольно философская песня, такая мотивирующая, хоть и танцевальная. В общем, слушаем. Грустили волны в черном море, а вы прощались по... And don't think twice, na-na. One second can change your life, na-na. Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Смотри, как круто танцуют. Я за тобой внимательно. Тебе, тихому привет. Привет. Сколько? Здесь я плачу, если хочет тупачу. Нужные деньги намучу, она сушит. My body breathes. В третьей десятке нас встречают сразу 4 новинки подряд, причем. А из интересного также то, что «Шаман» с его «Медом», хоть вы его и поддерживали в наших голосовалках в сообществе, к сожалению, не смог удержаться ни в первой, ни во второй десятке и оказался сразу в третьей. Кроме этого, из интересного, конечно, то, что, например, Анна Асти, в отличие от «Шамана», с ее 11-недельным треком «Верю в тебя», продолжает укреплять свои позиции, и это при том, что «Царица» этой же исполнительцы уже довольно высоко в нашем чарте. Но об этом позже, а пока третья десятка. Cold shoulder at closing time, you begging me to stay till the sun rose. Чем выше, тем меньше новинок, и это и логично, и во второй десятке их всего две, но зато обе русскоязычные. Удивила в этот раз Мэри Гу с новой композицией «Обожает», довольно ритмичная, танцевальная композиция, мелодичная, интересная, кому-то, наверное, она зайдет. Кроме этого, Джонни представил свой воздушный сарафан, клип на эту песню он тоже выпустил, представил на Ютубе. Удивил, во-первых, тем, что, опять же, это не лиричная, как обычно у Джонни это бывает, а довольно ритмичная композиция, но что-то мне напоминает мелодия, вот ритм, который играет внутри самой композиции, что-то из западного. Думаю, я ошибаюсь, а если вы что-то услышали,
пишите в комментариях. Ну и также, конечно же, взлет недели, точнее один из двух взлетов, Gayazov's Brothers с их невестой на 30 строчек вверх взлетели, и им совсем чуть-чуть не хватило, чтобы дотянуться до топ-10. Достучаться до тебя в шоке, шокер, куда ты лучше? Танцуй со мной, летай, ай-яй-яй-яй-яй, возьмем с собой. Ты моё всё, важнее ты мира, мне так легко быть домой. Big mistakes, she makes the worst, one looks fine. Не обижай меня, обожай, руки как лёд, а губы пожар. Не обижай меня, обожай. А вот второму взлету этой недели повезло гораздо больше, целых 42 пункта вверх, и Мари Краймбери с ее летним хитом «Мне так повезло» сразу в топ-10. Надолго ли, узнаем попозже. Из интересного также это то, что Майя Мишель и ЛСП все-таки с их курточкой добрались до топ-10, тоже надолго ли, покажет время. Ну и самое главное, это оставшаяся последняя новинка в этом выпуске, которая сразу же оказалась на первом месте. Эта песня была на первых местах и в Билборде, и, по-моему, до сих пор есть и в Билборде, и в Шазаме ее все ищут, и в Spotify, и все ее уже обсуждают. Что это за песня? Узнаем прямо сейчас, не будем томить вас. Доджа Кэт с ее новой композицией, с ее странным клипом, кто не видел, посмотрите, оказалась лидером многих чартов, и в том числе, по-моему, впервые в Enjoy чарте, или, по крайней мере, это очень редко у нас бывало, сразу стала лидером чарта, только появившись в нем. Надолго ли и удастся ли своим феноменом как-то удержать эту позицию, мы узнаем в следующем выпуске. Поддержите ли вы ее, понятен ли вам клип? Я, кстати, где-то со второго или с третьего раза что-то мне начало как-то нравиться. Хотя я не люблю мат в песне, он у нее есть там небольшой. Но в целом что-то есть такое мистическое. Это вот Люба Терлецкая любит теории, заговоры, масонские все вот эти штучки. И вот у Доджи Кэт в клипе, по-моему, просто максимум этих всех знаков тайных и так далее. В общем, посмотрим, как вам. После выпуска, как всегда, голосование за лидера и за спасение. Переходите туда, оставляйте голоса. Я узнаю как раз ваше мнение по поводу новой песни Doja Cat. Также комментарии, лайки можете репостить, если понравился выпуск. Всем пока, до следующего выпуска.